Всем привет! Еще посылка из Китая. Это Bluetooth гарнитура. Очередная Bluetooth гарнитура с емкостным, с хорошим аккумулятором. О, смотрите, уже приятно. Имеется чехольчик. То есть можно гарнитуру в случае ее неиспользования просто брать с собой. И ее вот аксессуары. Крепление на ухо, дужки, амбируши, все по два. Кстати, это очень хорошо, что китайцы вот кладут запасные, потому что, ну, я их не использую, жена использует. У меня на ухе держится гарнитура даже без вот этих вот дужек. Но они часто или теряются, или ломаются, в основном ломаются. Амбируши тоже хорошо, идут разного размера. У меня держится в ухе гарнитура вот за счет этого колечка. Ну, держится и держится классно, ни разу не выпадало, не было такого. И вот сама вот данная гарнитура. Что меня привлекло в ней, это заявленное время работы аккумулятора. Ну и такая, смотрите, она классно смотрится. Смотрите. Ну, супер. Как ни крути, все равно в ухе заметно. Гарнитуры, те, которые с хорошими аккумуляторами, ну, те, которые время работы, которых большое, имеют более емкостные аккумуляторы. То есть аккумулятор, который более емкостный, он имеет, ну, больший размер. Поэтому маленькие гарнитуры, те, которые, ну, практически в ухе не видно, ну, они отличаются от больших тем, что у них малое время работы. Поэтому хорошая гарнитура, она вот имеет такой вот примерно размер. И все равно видно у вас ее в ухе. Поэтому хочется, чтобы она как бы была достойной, достойный вид имела. Ну вот эта гарнитура, смотрите, смотрится, я считаю, вообще классно, отлично. Значит, что здесь? Разъем microUSB для зарядки. Клавиши, качелька громкости, вот, и кнопка основная. Ответ, ложим трубку, и еще имеет много функций. Так, кстати, амбируши вот трех идут размеров. Большая, средняя и малая. Также имеем и кабель зарядки, коротенький. Ну, в общем-то, полный комплект, берете и пользуетесь. Кстати, очень классно то, что за такую же цену, как я покупал и прошлые гарнитуры, идет в подарок вот такой чехол. Это все где-то не будет валяться и в конечном итоге не будет теряться. Так, даже вот идет инструкция. Ну, инструкция китайский и английский. Но, в общем-то, не сложно. Гарнитуры все примерно идентичны по работе. Просто у них отличаются они наличием кнопок или же отсутствием той или иной кнопки. Так, давайте сразу проверим на работоспособность гарнитуру. Включение производится нажатием основной кнопки и удержанием ее в течение 8-10 секунд. Это идет режим привязки. Включение кратковременное, 3 секунды, и она включена. Если она у вас еще не привязана, вот первое, что мы делаем, это мы ее привязываем к телефону. Поэтому держим 10 секунд, и гарнитура переходит в режим привязки и мигание красного и синего диода. Ищем доступное устройство, заходим в настройки Bluetooth, и вот у нас появляется гарнитура SP006. Идет подключение. Все, голосовое сопровождение в гарнитуре вы можете услышать. На английском языке сказала connected. И в меню смартфона написано подключено. В рабочем состоянии, в рабочем режиме, когда гарнитура привязана к телефону, к смартфону, имеет вот режим такого промаргивания светодиода. Кстати, можно подключать к нескольким устройствам,
к смартфону и, например, к ноутбуку по Bluetooth, в общем-то, все работает. К двум смартфонам. При входящем звонке голосовым сопровождением вам говорит женщина на английском языке из гарнитуры, что номер приходит, например, Phone 1 на первый телефон или Phone 2 на второй телефон и проговаривает номер телефона. Давайте немного по функционалу, по работе. Значит, кнопка основная, включение, держим 3 секунды. Включилась гарнитура, если она у вас уже один раз вы ее привязывали к смартфону, автоматически она при включенном Bluetooth на смартфоне подконнектится и скажет вам голосовой подсказкой, ну, connected, то есть соединилась с телефоном. Чтобы привязать, например, или же отвязать устройство от телефона, нажимаем кнопку и придерживаем там около 10 секунд. Как вы видели, переходит в режим привязки. Также можно найти гарнитуру, будет на других устройствах при этом, и подконнектить ее к другим устройствам. Набор номера. Последний набранный номер можно вызвать с гарнитуры. Не обязательно заходить в смартфон. А двойным нажатием на кнопку, раз-два, голосовая подсказка скажет, что last number, то есть последний номер, набирается. Последний набранный номер. Кто-то вам звонит, берем трубку, поднимаем, то не обязательно нам вытаскивать телефон, смартфон из кармана. Нажатием один раз нажатием на основную кнопку, отвечаем на телефонный звонок. По окончанию разговора один раз нажимаем, завершаем телефонный звонок. Если вам поступил звонок и вы не хотите на него отвечать, то есть хотите положить трубку, два раза нажимаем на эту кнопку. Если вы с гарнитуры, например, прослушиваете мелодии с телефона, нажав на один раз на эту кнопку, вы останавливаете, то есть это режим паузы. Второй раз нажав на кнопку, будет режим воспроизведения. Качелька громкости, понятно, вверх, плюс, вниз, минус. То есть добавляем громкость, убавляем громкость однократным нажатием. Если нажать и удержать, при прослушивании, например, мелодии музыки через смартфон, нажать и удержать, перематываем, то есть включаем трек, который впереди, нажать и удержать минус, включаем трек, который был предыдущим. Если вдруг у вас переключился язык с английского, имеет поддержка два языка, английский и китайский, переключилась язык на китайский, придерживаем кнопку основную и нажимаем на плюс. Это режим переключения языков. Давайте проверим, как работает Bluetooth гарнитура. Открыл YouTube. Кстати, Bluetooth гарнитурой можно пользоваться при просмотре роликов из YouTube. То есть при даже вот общении в Zelle рации, кто где, то есть гарнитура полностью поддерживает звуковые дорожки, которые передаются со смартфона. Включил свой канал, включаю вот видео. Так, на максимальную громкость включим. Ну, отлично, я даже вот на таком расстоянии слышу. Ночная подсветка имеется, заявка на 10-20 метров, именно ОЕ на 4 камеры установлено. Слышу звуковое сопровождение ролика из YouTube. По характеристикам, заявленное время работы в режиме ожидания гарнитуры 60 дней. Время разговора беспрерывного 10 часов. Время прослушивания музыки беспрерывного 15 часов. Время зарядки около 2 часов. Значит, заявленная емкость аккумулятора 260 мАч. Если реально так, то это классная супер гарнитура, и она, я думаю, соответствует вот этим всем параметрам. Расстояние работы Bluetooth с телефоном 10 метров. Это я проверял. Реально, вот телефон лежит у меня в одной комнате. Я пошел на кухню. В пределах 10 метров через даже один перестенок держит связь. Связь не рвется. Bluetooth версия 4.1. Вес гарнитуры 12,4 грамма. В общем-то, все в инструкции прописано. Всем привет. Снимаю видео спустя неделю пользования данной гарнитурой. Скажу вам, у меня только хорошее впечатление. Автономность ее просто поражает. За неделю я ее ни разу еще не заряжал. Уже индикатор на смартфоне показывает, что буквально чуть-чуть еще осталось, и гарнитура разрядится. Но пока гарнитура никаких признаков не подает.
все работает. Значит, в каком режиме я пользовался? Ну, обычный режим, на ночь гарнитура выключается, понятно. Утром включается. Ну, в течение дня практически не выключается. То есть, она связана с телефоном. Вечером еще плюс добавляется ноутбук. Днем принимаются звонки. Не часто среднее количество звонков. Также я совершаю звонки с гарнитуры. Прослушивания музыки практически нету. Вот я говорю, в вечернее время пользование ноутбуком, прослушивание, просмотр роликов в Ютубе. То есть гарнитурой пользуюсь как в обычном режиме. Просто я уже могу сравнить с прошлыми гарнитурами и могу оставить свое мнение. Это гарнитура рекордсмен. Те гарнитуры тоже мои, отличаются, ну, хорошей автономностью. Но это побило все рекорды. По качеству динамика микрофона тоже на высшем уровне по сравнению с прошлыми гарнитурами. Дешевые гарнитуры отличаются тем, что плохое качество, в общем-то, динамика по сравнению с этими. Эта гарнитура, кстати, тоже недорогая. Есть такие проблемы с гарнитурами, когда вас, то есть вы слышите себя при разговоре с кем-то по гарнитуре, при совершении телефонного звонка. Вот какие-то вот такие есть вопросы эхо, фона, какой-то фон, какие-то шумы. В данной гарнитуре ничего такого нету. Сразу скажу, что активного шумоподавления нету. Какой-то, может, шумодав здесь и есть, но не нужно рассчитывать на то, что эта гарнитура будет работать как дорогие брендованные гарнитуры, брендовые. На улице свободно можно общаться. Вот я общался на трассе, где загруженная трасса, автомобили ездят. То есть собеседника спросил специально у собеседника. В общем-то, для него никаких проблем не было. Слышал он меня отлично. Ну и слышал, понятно, что шум дороги. Но слышимость моего голоса была на нормальном уровне. По удобству ношения гарнитуры скажу нормально. Ну, в общем-то, неудобств она мне не создала. Не тяжелая и нормально держится в ухе. Тут вопросов не было. Одно, что для мужика может вот это вот белый цвет не совсем подходит. Но опять же, все вытиралось. И машину я ремонтировал, и трогал ее грязными руками. Вот потом после этого взял все сухой тряпкой, протер салфеткой. В общем-то, и вопросов нет. Ну и повторюсь, очень удобный вариант вот этого вот чехла. Очень классный. Помогает он. Не валяется гарнитура по автомобилю, например, если снял. В чехол положил ее. Все отлично. Значит, те, кто сомневаются и рассматривают вариант приобретения гарнитуры, Bluetooth-гарнитуры, кто еще не пользовался и не знает удобства, возьмите гарнитуру, не сомневайтесь, попробуйте, и вы поймете все удобства. Особенно водители, особенно пользование в авто, даже пользование в помещении намного улучшает. Просмотр видеороликов, всего остального. Не путайтесь вы в проводах, используя проводные наушники. То есть только одни плюсы по Bluetooth-гарнитуре. Вопрос зарядки. Чем дальше, тем больше он отпадает, потому что, ну, улучшают китайцы все это дело. Ставят более емкостные аккумуляторы. Неделю без подзарядки — это просто супер. И я не знаю, сколько еще она продержится. Может, еще, как вариант, еще полнедели, дня три, может, еще и продержится. Это достойно. Ну и по дизайну, смотрите, гарнитура тоже как бы неплохо смотрится. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Может, кому покажется, что немного великоват размер, но здесь на первый план выходит режим автономности гарнитуры, то есть время ее работы. Но и опять же, время работы гарнитуры нестандартно. У всех это будет происходить по-разному. Все зависит от времени разговора, от количества включений и выключений, от количества привязок, от количества смартфонов, устройств, к которым будет привязана гарнитура, от температуры окружающего воздуха. На морозе понятно, что аккумулятор будет хватать на меньше. Тут это все индивидуально, но по факту, по наличию емкостного аккумулятора в данной гарнитуре, сомневаться не стоит. На сегодня все. Ссылочку на гарнитуру оставляю в описании к видео. Переходите, недорого она стоит и отлично себя показала. Рекомендую, покупайте, не пожалеете. Всем удачи и до следующих видео.